Для меня большая радость принять участие в гонке легенд. Правда, вначале было очень волнительно, ведь из профессионального спорта я ушла 7 лет назад. У меня двое детей, поэтому давно не тренировалась. Но уже на следующий день после приглашения сказала себе, что смогу это сделать. Да и в Беларуси я впервые слышала, что тут очень красиво. Слышала только очень положительные отзывы, очень здорово, очень фотографии. Положительный народ, очень счастливый. Я смотрела на спортсменов, они очень счастливы, на трассе бегали. То есть это такое, как праздник для них. Это, как сказать, возвращение обратно в спорт. Это как вот вспоминаешь все, это мурашки даже бегут. Ну, это в обратную жизнь, в прошлое, возврат на некоторое время. Рада вернуться в Беларусь. В этом году будет еще больше спортсменов, а значит и сложнее. Но морально и физически я готова. Трасса в Раубичах хорошая, поэтому надеюсь, что мы покажем хорошую скорость и порадуем всех белорусских поклонников биатлона.